Вы на канале магазина Strikeball Sport. Обзорный страйкбольный автомат российского производителя НПО АЕК СР3М Карден. Это страйкбольная версия малогабаритного автомата, разработанного на основе конструкции АЭС ВАЛ с доработкой от сотрудника одного из спецподразделений, известного как Карден. Комплект поставки включает в себя привод, ПБС и механический магазин на 120 шаров, корпус, крышка ствольной коробки, складной приклад и цевьё выполнены из стали, пистолетная рукоятка из ударопрочного полимера, ПБС и планки на цевье из алюминия D16T. Привод имеет антапки, они находятся у основания приклада и у цевья. Карден весит 3900 грамм с глушителем, его длина 97 сантиметров, а со сложенным прикладом 70 сантиметров. Автомат оснащен усиленным гирбоксом третьей версии. Длина стволика 235 мм. При использовании ПБС длина стволика увеличивается и составляет 500 мм. Диаметр 6,2 мм. Отсек под аккумулятор находится в цевье, разъем на Т-коннекторе. Для установки прицела привод имеет боковой кронштейн типа «Ласточкин хвост». Для навесного оборудования автомат оснащен рист-планками. Переводчик режимов огня имеет три положения: режим предохранителя, режим одиночного огня и режим автоматического огня. Для регулировки точности полета шара отводим имитацию затвора и ползунком регулируем камеру hop-up. Привод хорошо помещается в тактических рюкзаках и оружейных чехлах от 45 сантиметров. А теперь перейдем к хрону. Средняя скорость глушителем 148,7 метров в секунду. Без глушителя 126,8 метров в секунду. Скорострельность 13,6 выстрелов в секунду. Прицельная дальность составляет от 45 до 65 метров. Более подробные технические характеристики вы можете найти на нашем сайте. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и Инстаграм. Всем пока!